В Уфе состоялась еще одна симфоническая ночь, уже третья за этот год. Концерт в формате open-air прошел на открытой площади амфитеатра за Конгресс-холлом. На сцене выступили кураист Роберт Юлдашев, молодой скрипач Михаил Дормидонтов, коллектив «Премьер-квартет» и, конечно же, Национальный симфонический оркестр. Мы сегодня пришли первый раз. Услышали об этом где-то неделю назад и, в общем-то, сразу решили, что мы хотим сюда прийти. Вот. Совместили приятное с полезным. Покатались на велосипедах, погуляли с собакой. И вот сейчас сидим и слушаем музыку. С одной стороны, кажется, симфоническая музыка, хочется одеть там вечернее платье, декольте, да, взять с собой сумочку красивую. Но когда собираешься, берешь пляжный коврик и берешь бутерброды с собой, и думаешь, наверное, это здорово, когда вот можно сочетать несочетаемые вещи, потому что, ну, популяризировать симфоническую музыку нужно каким-то образом. Почему бы не так? Для начала можно послушать так, затем уже прийти на концерты, уже послушать более серьезную музыку. Сейчас как бы в основном такое развлекательное, легкое мы играем. Каждый раз мы участвуем, это для нас праздник. Сегодня у нас, в общем, подобрана совершенно разнообразная музыка на любые вкусы. Год российского кино, вспоминаем наших даже башкирских композиторов, уже ставших классиками. Вот. И популярную европейскую классику, зарубежную и российскую. То есть собрали популярное, самое запоминающееся, привлекающее, чтобы концерт понравился и чтобы люди тянулись к нашему жанру.